друзья. Новый неожиданный формат видео. Будем теперь изучать наш чудный город на велике. Постараюсь показать красивые места, где можно погонять, как можно погонять, в каком формате. А сегодня я предлагаю вам насладиться небольшой, первой, так сказать, велопрогулкой по Сочи на мою родную улицу Донская. Река Сочи, торговый центр Моремол. Комбинат умирающий. Надежная остановка, можно назвать ее малонадежная. Кто знает, кто в теме, тот поймет. Здесь проходило мое детство. Конечно, сейчас она стала красивее, но все равно тот контингент, который на ней проживает, это как автограф. Thank you.
продолжение прогулки по нашей Донской в обратную сторону, в сторону кольца. Я думаю, наверное, можно будет доехать немножко до хлебзавода и через Цветной бульвар вернуться в сторону моря Мола, выехать к реке Сочи, нашей самой красивой речке в городе, ну, одной из самых красивых. У нас, в принципе, все красивые. Сейчас кого-нибудь нашампурим. Блядь, единственная проблема сейчас с людьми, конечно, то, что они все живут в телефонах. И перед собой они ничего не видят. Поедем по дороге. Синдром Донской, пробка, скорее всего, из-за моревола, как обычно. Но нам она нипочем. Вот интересно, когда справа зеркало, если в него смотришь, зачем? Чтобы, блядь, дети в машине была. Да ничего, сейчас бы сердце-то остановилось случайно. Вот из-за таких вот баранов и бывает. Что, сейчас мы проезжаем территорию Сочинского хлебозавода, градообразующее предприятие, одно из малых производств у нас в городе, работающих до сих пор. Мать на***, блядь. У меня... Так, улица Гагарина. Сейчас мы доедем до перекрестка с Цветным бульваром. Свернем на него. Woo!
Да что ж так везет-то сегодня, а? Ну вот еще одно ебанько, блядь. Подай гранату, блядь, называется. Да, ебанашек у нас в городе хватает. Собак не еще. Ну мы к ним, число тоже примкнем. Все-таки мы на велике. Я ж еще раз извиняюсь за ненормативную лексику, но порой без этого просто никак. Это что ж такое, а, блядь, потерялась педаль газа. Бульвар, детки гуляют, много сделано именно для детского отдыха. Спасибо, конечно, за это властям. Тоже прикольный район, но тоже с большим количеством алкашни. Над этим еще нашим властям работать и работать. Вот мы выехали на улицу Новая Заря. Некогда здесь был завод стройматериалов ЖБИ сочинский. Но как все, не то что даже как все, а точнее как многие, не пережил перестройки, был снесен, и на его месте появился торговый центр Моремолл. Вот он перед нами как раз. Была сделана набережная, как прогулочная, так и для велотранспорта. Но велодорожки непонятны еще пока нашим гражданам. И они с большими выпученными глазами смотрят на тебя, когда ты по ней едешь, делаешь им замечания. Вход.